Самый речной регион Беларуси продолжает мелеть. Водные артерии Гомельской области уменьшаются от 1 до 9 сантиметров в сутки. Гидрологи оповестили судоходные организации об угрозе. Обмеление достигло опасных значений. Пока запрета для передвижения речного транспорта нет, но его работа затруднена. Такая ситуация по всему региону, кроме Припяти. Обстановка ухудшается на Днепре у Жлобина, Речицы и Лоева, а также на Березине у Светлогорска и на Соже у Гомеля. Это говорит о том, что из-за дефицита осадков и высокого температурного режима, ну, по большому счету, больше из-за дефицита осадков, нет подпитки рекам, и поэтому происходит снижение уровня воды. Обстановка будет складываться следующим образом. Если обстановка будет сохраняться в таком же температурном режиме и дефицит осадков, уровень воды будет продолжать снижаться. Обмеление наблюдается последние несколько лет. Исторический минимум зафиксирован в 2015-м, но гидрологи не исключают, что из-за засушливого лета рекорд может быть побит.